Сегодня 22 сентября. Я нахожусь на выставке «Текстиль-Лекпром». Третий день работы. Утро. Специально мы выбрали время, чтобы было поменьше народу, хотя его так немного на этот раз. Мы находимся на стенде компании «Фианета» литовской. Здесь у нас Валерий Чайко и Леонид Давлевич, руководители, владельцы фирмы. Сейчас они расскажут, чем эта фирма порадует наших покупателей в 2017 году. Коллекция. Валерий, добрый день. Добрый день. Рассказывайте, что нового появилось у вас? Ну, все новое. Практически все. Единственное, что формы остаются, как и были. Конструкции те же? Да, те же. Добавляем цветов, добавляем дизайнов. Стараемся угодить покупателю, что называется. Тем не менее, наша конъюнктура остается та же самая. Это плюс сайз, размеры основные. Ну и плюс добавляем еще молодежь. Ну вот плюс сайз, вчера эта девушка была вживую здесь, примеряла различные купальники и очень хорошо все смотрелось. Сегодня ее, к сожалению, нет. К сожалению, да, сегодня мы не можем. Но купальники остались. Купальники остались. Давайте показывайте большие размеры, вашу гордость, ну, вашу специализацию, скажем так. Пополам. Половина большие размеры, половина небольшие размеры. Что популярное? И темные цвета. В принципе, мы стараемся делать более классические вещи. Я бы, наверное, назвал это классическая мода или модная классика. Классический гламур. Классический гламур, даже можно так. Наш контингент — это женщины, уже понявшие, что им надо, от 30 до 45 лет, с пышными формами. И мы стараемся предоставить все, что всю гамму, которую хотят они видеть. От ярких кислотных цветов до темных. Спокойных, классических. Да. Ну вот покажем каталог, да. Каталог у вас интересный, хороший, красивый. 17-й год. Вот они, модели для пышных красавиц. И для пышных, и для обычных. Да. Сколько моделей вообще в коллекции? 120. 120 моделей. Ценовой диапазон от и до? От 1000 до 1300 рублей. Закупка в Москве уже? Закупка. Это информация для владельцев розницы, чтобы они видели, что, в общем-то, при 100% наценке у них получится в магазине, ну, до 2800, ну, скажем так. Обычно вот наши клиенты, которые работают в рознице, где-то в районе 150% делают. Ага, то есть они делают, ставят 3,5 где-то в рознице, где-то так, с, да, с очень хорошей маржой. С учетом скидки, да, да, возвращаются. Все равно со 100% прибылью работают. Хорошо, давайте еще посмотрим. Тут у вас контакты. Вот, смотрите, сразу. Хотя и в журнале вы постоянно, в журнале «Белье и колготки». Для тех, кто смотрит нас, могут, я вот долго держу, могут посмотреть и электронку, и телефоны. Все ребята уже говорят по-русски. Но продукция доступна в Москве через, да, конечно, компании Darcy Trade, я знаю. Darcy Trade, Бабельё, Специмпорт — это наши основные партнеры. Галант Холдинг. Основной ассортимент, конечно, в Darcy. А так, а цены там такие? О чем, как вы цены говорили? Там будут немножко выше, где-то процентов 20, чем я озвучил. Но зато оно есть постоянно, и если вы работаете с этой компанией, естественно, у вас какие-то кредитные линии есть, подсортировка. Да, подсортировка — это очень важно, да? Давайте еще раз пройдем по коллекции. Есть, вы можете показать такой самый популярный у вас, который пользуется? Одно из популярных, вот этот вот дизайн в этом году очень востребован. Ага, здесь он не сплошной купальник, а раздельный, но купальник, как называется? Это танкини. Танкини, да? Они же есть же сплошные купальники. Угу. Эта расцветка очень востребована. В том числе в этом году очень большой спрос на однотонные ткани, это вот такого плана. Даблы, что называется, или просто однотонные с красивой фурнитурой. Да, фурнитура у вас красивая. Эти мелкие элементы, которые оживляют купальники. Кстати, я смотрел в каталоге, там есть и парео, или такие какие-то накидки, да, что-то есть, да? Есть,
Сейчас покажу. А здесь я их не вижу. Спрятаны. Но это все есть, да? Девочка придет, вот. Да, вот они, посмотрите. Ну вот, закончим. Есть, то есть. О, как раз то, что вы показывали. Ну, естественно, это классика. Морская классика, да. Которая продается всегда и везде. Ну, надо сказать, что компания Фионета один из лидеров в производстве купальников. Всегда новые коллекции интересные. И по отзывам розницы нет остатков. Практически ничего не остается. Все распродается в течение сезона. На этом и держимся. Да. Все, кто с нами работает, все довольны. Спасибо. Я надеюсь, что после просмотра этого короткого видеоролика внимание обратят и те, кто еще с вами не работает, и обратятся в компании. Мы всегда рады, мы всегда открыты для новых. Да, ну и рекомендации журнала. Безусловно, работать с этой компанией, с этими интересными молодыми людьми, активными, которые. Кстати, а кто занимается дизайном? У вас вы? Да. Вот это да. Вот еще и дизайнеры, мужчины, которые знают, что надо женщинам. Спасибо большое. Так, модель у нас не готова еще? Только пришла, да? Только пришла. Ага. Ну хорошо, тогда мы другой тогда ролик запишем. Спасибо за внимание. Спасибо вам. Спасибо, Леонид.